Всем здорово! Ты на канале Заводила. Видите, я сегодня в такой военной кофте цвета хаки до самой сраки. Прям как военный. Шановні підписники, доповідаю, зараз знаходжуся в місті Києві на Наддніпрянському шосе, рухаюся в бік Одеської траси для того, щоб здійснити огляд транспортного засобу, який називається Volkswagen LT35. Бахнем кофейка. Wish you a Merry Christmas. Кстати, с новогодними праздниками у вас, с Рождеством, с прошедшим. Всем здоровья, всем удачи, всем везения, всем терпения. Носить маски не болит. Теперь я хотел вам рассказать, давайте пока кофе пью. Сегодня мы осматриваем такой автомобиль, как Volkswagen. Что я себя, на вы или что? Лично это мы. Я. Ты приходи один, мы тоже один придем. Найти хороший экземпляр по этим машинам, это действительно сложно. Не ржавый, целый, не вареный. Эти автомобили могут везти такие грузы, которые не везут новые автомобили. Это работяги, которых просто грузят и грузят до того, пока он не ляжет на пузо, но он будет как паровоз себе. Потихонечку, но он будет тянуть. Это такие, можно сказать, локомотивы, паровозы, тягачи, силачи. Поэтому они считаются надежными, популярными, их покупают. Они пользуются спросом. Пока еду, давайте немножко расскажу вам за сами ЛТшки. В 1975 году компания Volkswagen решила расширить серию коммерческого транспорта и создали такой автомобиль под названием ЛТ. Он выпускался с 1975 года по 2006 год. Их есть всего два поколения. Первое поколение выпускали с 1975 по 1996 год. И второе поколение с 96 по 2006. В 2003 году был небольшой рестайлинг у этой модели. Только создали вторую модель. Она сразу же завоевала такой титул, как коммерческий транспорт 96-97 года. Сейчас будет возле меня ехать прямой его конкурент. Это Mercedes Sprinter. Я думаю, каждый видел. Это тоже трудяга-работяга. Это вот родной брат ЛТшки. Это машины, которые у нас очень полюбились нашим людям. Где существует? Каждый видел, как выглядит ЛТшка. И каждый видел вот эту аббревиатуру на крыле ЛТ. Что она означает? Это аббревиатура немецких слов Lastentransporter. Переводится дословно как перевозчик грузов. После вот этих буквок ЛТ идут цифры. ЛТ-шек есть всего три типа. Это ЛТ-28, ЛТ-35 и ЛТ-46. ЛТ-28 это автомобиль с полной массой 2 тонны 800 килограмм. ЛТ-35 это автомобиль с полной массой 3 тонны 500 килограмм. И соответственно ЛТ-46 это автомобиль с полной массой 4 тонны 600 килограмм. Они выпускались на трех базах. Короткая, средняя и длинная. Короткая была 3-метровая, средняя 3,55 и длинная 4-метровая. Также было две высоты, это средняя и высокая. А сейчас мы едем в Киевскую область и будем смотреть ЛТ-35 белого цвета 2006 года с родным пробегом, соответственно, 348 тысяч километров. Когда я выбираю грузовые автомобили людям, иногда поступают такие заказы на что-то недорогое. И у меня почему-то сразу в памяти срабатывает. Ну, думаю, ну, может, какую-то старую ЛТшку, там, 3-4 год. Но они же уже старые, сколько они там будут стоить. И когда я открываю цены и вижу там 10, 15, 20 тысяч долларов. Если сказать культурно, я очень удивлен данным ценообразованием. Пацаны, если сказать по-простому, то я... Третья высота, правильно? Максимально. И должина? 4. Насос вакуумный по минимуму. Лошадок цены на 110 чи сколько там, 95? Ну... По-моему, 50. А вы тут ее десь на рынку брали? Я так вот... Полтавь. Полтавские пацаны могут тут напарить. Чи вы проверяли? Не, я проверял. Тут підшпакльован, ну це, да? Ну, я не трогаю. Може, я бушу на поставку буду перебувати. Бо мені зразу казали, що був скользящий, бо чувак казав мені так. Что вы кажете за пробег? Вы типа, коли купляли, то її перевіряли по пробегу? Ну я вже приїхав додому, бля, так вийшло, що ето. Мені дали виход, я додаку. Ну, ще з Турбасом, вона по Європі поїдається. Що ви брали, то які ми там в Європі світить? Ну, якщо не секрет. Я на ній пройшов 120 тисяч. Машина бралася, ще я забирав у діда, і він брав цього сину. Син поїхав на заробітки в Польщу. Ага. Вона більше в нього стояла, чим їздити. Говорить, кається так, тільки там по строїтельству, там ето.
я так понимаю, грязь? Все, я ей не могу. Серьезно? Она даже не стирается вже. Ну, прикольно. Я думал, это такой двойной окрас просто. Я думал, что это стекло, а просто... Не, там стекло. А, есть стекло? Там стекло, я просто... Слушай, у вас тут стекло решений всякое. Скажу сразу, цей фонарик, блядь, перестал. Він стоять до ему тут. Чего он тут должен стоять? Ну, блядь, у меня привычка, то нам бы семье туда. Масло таке начало. А піджирає трохи? Ну, десь в районі 100-120 грам на 10 тисяч. Ще недавно міняли, да? Зараз скажу, коли його міняли. 1000 кг на грам. Ну, да, воно видно, що воно дуже, ну, свіженьке прям. Не горить, не піниться, не пригорає, як олійна. Турбіна почищена. 14 років в машині, що... Так, як до мене приїжджав дивитися цю машину, ну, це вважається чистий двіт, правильно? Так, да, він дуже непогано виглядає. Мені задались питання, ми ще тільки вчора помили для показу. Я двітель мив. Скажу тобі зразу, 3 місяці назад. І пацану, за що того, що такий чистий двітель, їм не понравилось. Вони розвернулись, пішли. Я думав, це загорілось щось. З машини димок. Даже запаска є. Дишить автомобіль. Ну тут, де грязь, звісно, б'є як крашення. Це капець, прям слой краски. А ні, тут підмальовано. Ну, наверное, по низу, по юбке, да? Я точно мені подмалював, даже видно, де. Ну, короче, десь щось підшпаклювали, десь щось підмалювали. Короче, ви людина така, яка сама купила, сама обслуговує, сама красить, сама варить. У мене першим була моя машина, це я перевозив. Якщо по рихтовці, так я займаюся для того великими машинами. Мені більше не нравиться рихтувати. У неї міняна лобової в 19-му году. Поворотники из трещина, капот покрашен. Дальше вот тут крыло, это тоже покрашено. Тут ржавчинка, тут вот видим уже шпаклевка. Вот шпаклевка. Грязная, можно вот так вот написать. Вот эта вот шпаклевочка, вот это вот продуто, а вот, ну, короче, местами там, то есть пятнами, вот если обратить внимание, вот тут пятно, там пятно. Там пятно. Вот так вот человек решил поподдувать. Вот здесь тоже стекло. Тут стекло, просто сверху наклеено рокал. Ну, не заглядывали, что там перевозишь. Тут пятнышко. Ну, вот так вот доверх. Тут тоже. Тут подшпаклевано. Тут подшпаклевано. Петли поменены, тут проварено. Вот показываю, не добивают, потому что вырезали на другую петлю. Тут тоже, ну и внизу тут подшпаклевано где-то. Вот тут, ну и есть такие вот подтеки. Вот такая вот краска у нее, вот так вот она поподкрашена, тут подшпаклевано. Тут тоже подшпаклевано, вот краска. Она в третьей высоте, это самая максимальная. Ну, по аркам то же самое. Вот он видим, может, шпаклевка, но никто ее не убирал. По этой стороне вот тут был скользящий какой-то притир. Зеркала тут нормальные, целые, ничего отломанного, все целое. Ну, вот такие вот места есть, вот попротирали. Ну, тут тоже попрокрашиваем вот этот проем. Прокрашивают его, потому что вот тут часто под резинками появляется ржавчина. И человек тоже поубирал ржавчину, менял стекло и просто попродувал ее. Тут герметик заводской родной. Будка типа термички. Вагонка пластиковая, и под ней человек минвату положил, потому что возит шоколад. Вот так выглядят арки. Тут, в общем, вот эта высота еще, это, наверное, от минвата как раз набита. Кардан. Крестовинка. Редуктор сухой. Крестовина. Соединение подвесной. Пороги ровные. Тут у нас стоит три рессоры, одна доставленная. Должно быть две.
ну, доусилили, чтобы больше веса брать. Резина зима, Ласса, 19-го года. Машина за счет того, что рессоры доставили, так она сразу повыше такая стала. И впереди и сзади одинакового комплекта Ласса. Тут стоят подкрылки, двигатель. Капот, понятное дело, снимали, красили. Тут вот есть воздухозаборник такой, он спаянный под ситкой. И вот тут вот его или паяли, или он подплавленный, что-то непонятно. Потом вот с него капало под ситкой на тросике, на корпусе. А тут шильдика нету. Короче, нету одного шильдика вот этого. Могут быть вопросы по перерегистрации. Наши эксперты любят до колупаться. Пена сухая, и трубка отвода вот на ЕГЭ. Она вот согнутая. Чей подпускает немного клапанная крышка, прокладку клапанной крышки. Вон в том месте она мокрая. Тут у нас на дроссельной. Все окей, масло, кстати, свежее, масло вообще прозрачное. Оно выглядит вот так. Прозрачное абсолютно. Так, человек сказал, что поменял вакуумник, потому что он пропускал, он, кстати, из спринтера стоит. Двигатель, кстати, ременной. И тут есть лопнувший корпус. Пытались подпаять, но он все равно не держит. Так, салон. То я сюда еще не заходил. Двери, кстати, открываются аж на 90 градусов. Пороги тут тоже поддутые, понятно. У них тут часто тоже болячки вот эти с рыжики там, ну и так далее. Порог 100% тоже поддутый. Лопнувший фонарик. Видим, тут красочка, тут какие-то наклейки были. Она в чехлах. Полочка, там похимчистить надо потолок. 351 тысяча. Вебасто. Круиз-контроль. Противотуманка. О, даже зеркала работают электро. И подогрев зеркал работает. Офигеть. Вот так все выглядит. Тут зеленый болтик. Тоже уже ржавчинка, коррозия. Можно я присаду? Пожалуйста. Так, педали. Тут ничего раздертого. Эти ступка. Подъемники. Блокировка дифференциала. Подогрев сидений? Да не я себе. Даже подогрев сидух есть. Печка на бут. Руль выглядит вот так. Пневматика? Я не знаю, если тут подушка безопасности. Точно? Руль с этим. Возможно, даже с подушкой безопасности. Полочка тут вот есть на панели. Трещина. Горячая, холодная. На сбросе чуть-чуть так попадает. Вот когда обороты падают, то что-то трохи. Гидрач чувствуется, что чуть-чуть работает, но может не в полную силу. Тяжело крутится руль. Конечно. Сцепление в районе середины, то есть нормально. Передачи. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и задняя. Тут тоже чехлы, наголовник, а подголовники есть. Подголовники есть. Потолок надо похимчистить. Так, с этой стороны тут есть такой бардачок. Тут тоже петли продутые. С этой стороны тоже порог точно так же продутый. А, тут вот есть чехол от подборки. Баба. Вот, кстати, автономка на салон. Ремни даже работают. Я не знаю. Есть оправданные цены, а есть неоправданные. Вот за этот автомобиль человек хотел 12,5 тысяч долларов. За 2006 год, вы сами все видели на видео, как это выглядело. Он дымит, он херово заводится, он покрашен пятнами, как попало. У него куча ржавчины, куча прострелов, у него уже все там вареное, переваренное. Там треснутое, там лопнувшее, там на проводах, там на эпоксидке. Как вы оцениваете этот автомобиль? На этом автомобиле на приборной панели пробег 351 тысяча. Мне не получилось подключиться к нему электроникой, потому что у него идет свой специальный разъем, такой вот круглый, у него BD2. Но судя по вот этому вот состоянию, то, что я увидел,
У меня реально есть сомнения по поводу пробега. Судя по опыту и судя то, что я вижу, я думаю, что он там смотан. И как вы думаете, пробег на этом автомобиле родной или смотан? Если же думаете, что родной, пишите в комментах, родной пробег. Если же смотан, то как вы думаете, насколько и какой реальный пробег, вот оценивая состояние по відео і то, що ви бачите. Шановні підписники, доповідаю про результати перевірки транспортного засобу Volkswagen LT35 2006 року випуску з двигуном 2.5 турбодизель. Було проведено поверхневу перевірку транспортного засобу. Було проведено перевірку на стан лакофарбового покриття даного транспортного засобу. Шляхом перевірки було виявлено дуже велика кількість дефектів та пошкоджень транспортного засобу, який не відповідає заявленій ціні. Головнокомандуючий автомобіль військ України Корнієнко Олег Сергійович свою доповідь закінчив. Всіх вам благ і зелених бумаг. От з вами.